Всем здорово. Леша. Здорово. Так, приехал я на свой второй объект. Второй день сегодня. Здесь три дома. Выглядят они вот так. Раз, два, три. Лесенкой стоят. Мужики стелят кварц-винил. Типа моя машина. Так, ну, наверное, я буду выкладывать, как я, какие дома, какие планировки. А что еще? Ну, я о работе расскажу. Хотел еще показать туалет. Там я был, здесь я не был в туалете. На первом объекте был. Здесь не знаю, что. Здесь вот такой туалет. Бумага даже есть, ё-моё. И это что? Типа санитайзер, понятно. Так, ну дом, вот дом уже, это дом как для людей, в принципе. Вот машины, гараж на две машины. Ну грязно что-то, блин. Два этажа. Подвала нет. Есть только второй этаж, получается, лестница. Этот побольше, чем тот. Сейчас попробуем разобраться, что здесь к чему. Ну, это вход. Вход, получается. Здесь, наверное, туалет гостевой. Ага. Здесь у нас гора мусора. Окно. Это понятно. А это, блин, что это такое? Непонятно. Мне кажется, это типа гардеробный на входе. Вот это закуток. Может, дайнинг он здесь будет стоять, но так далеко от кухни. Дальше гостиная, я подозреваю, вот здесь будет. А, здесь кухня. А, ну дайнинг-рум, наверное, здесь будет. А там тогда что? Непонятно. Еще одна какая-то кладовка. Ой, да, камера, конечно, в потемках. Ничего не видит. И вот кухня. Да, сейчас мы... А это что за дверь? А, ну это же гараж дверь, понятно. Здесь тоже клозет. Ты понаделает клозетов, дверей, как в этом мультике, блин, как его называют, где двери-то там, много дверей, здесь, по-моему, так же. Ладно, сейчас поднимемся на второй этаж, посмотрим, как люди живут. Цену, я не знаю, мне кажется, полмиллиона долларов стоит эта цена этого дома по квадратам. Вот вчерашний дом, я выложил видео, он примерно... 160 квадратных метров, если в метрах мерить. Там гараж съедает. 8 на 11, гараж съедает какой-то. Так, ну вот лестница. И вот считаем количество дверей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь дверей в одном коридорчике. Ну, как обычно, справа налево. Так же все любят. Комната. Может, квадратов 9. Шкаф. Все как обычно. Дальше это у нас... Даже не знаю, что это. Постирочная, наверное. Вот такая вот. Еще одна комната. Тоже шкаф. Шкаф. Даже смысла нет открывать. Тоже квадратов 9, наверное. Примерно. Вот это что такое вообще? Это что за... Покемон, блин. Ванну можно принять, в принципе, по традиции. Это ванна. Это общая ванна, получается. А сколько комнат у нас? Раз, два, три, четыре. Четыре тоже. Еще одна комната. Тоже квадратов 9, наверное. Четыре комнаты на втором. А на первом, а я что-то даже не помню. Гардеробная, мастер-бедрум. Ну, вот это нормально, это уже, блин, для людей. Наверное, квадратов 20-22. И душ. Здесь раковины будут, две штуки. А это, я думаю, туалет. Туалет с окном.
Блин, ну вот здесь можно даже футбол погонять, по идее. Два окна. Я не знаю, зачем такая комната огромная, блин. У меня в Питере квартира такая была примерно по площади. Так, ну, в общем, это все, надо посмотреть там. Да нет там комнаты гостевой на первом этаже. Нет же. Ну. Так, ну, в общем, что я сюда приехал-то? Я приехал сюда в 6 утра, чтобы сделать... Вот эти два ящика, то есть $60. А, стоп, я же в тех домах еще собирал. Там у меня три в этом и один в том. Это кабинеты кухонные и ванные. Эти ванны белые будут стоять. 8 штук я собрал за 2 часа. Это получается по $15, $120 за 2 часа заработал. Сейчас жду наставника, и он мне покажет, как устанавливать эти ящики. Короче, будем заниматься установкой, походу. А устанавливать их по времени чуть дольше, но по деньгам $30 за штуку. Вот так вот. Установить можно. Мужики, он устанавливает такую кухню из 1, 2, 3, 4. Блин, ну это считать надо, короче. Посчитайте, сколько здесь. За один день устанавливают. Плюс еще в ванной, наверное, штук 5 еще ящиков. И здесь. Вот считаем. Можно на паузу поставить, посчитать, сколько можно заработать за один день. Один день собираешь их, эти кабинеты, один день устанавливаешь. Все. Изи мани. Ну и вид задней стороны. Ну, здесь, конечно, будет вся вода, будет там, внизу, утекать. Так вот они выглядят. Пластиковым сайдингом, наверное, обошьют. Как обычно. Ну, вот такие дела. Работаем. Работу нашел на Фейсбуке. Позвонил. Там требовались сборщики этих кабинетов. Я говорю, ну давайте, будем работать. Зарабатывать деньги. Во всяком случае, попробуем. Но инструмента нужно. Сейчас попробую вставить, сколько нужно инструмента. И вот эта машина точно не подойдет. Хотя, может быть, первое время там как-то можно. Если хорошо пойдет, там вот тоже... Трое дома. Работы хватает. Если хорошо пойдет, то можно и взять какой-нибудь вен. Вон, как у мужиков. Ну, у них там, конечно, много всего. Ну, все. Рад был всех видеть, слышать. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь. Напишите там, интересно вообще это все смотреть или нет. Может, зря это все делаю. Ну, так, мне интересно. Так что можете не писать. Все, всем пока.